105 серия, участок Мурманск-Магадан, движение в сторону на восток, вернее, трасса Р. Так, трасса Р-255, позади остался Новосибирск, впереди большой город населенный, это Кемерово. В этой серии будет пройдено 76 километров. Ну, условия движения, сами видите, нормальные. И полотно дороги, и освещенность. Такая картинка меня устраивает. Да, Вадим, понял. Благодарю за подсказку. Сейчас проверил настройку. На самом деле там слишком высокий уровень записи был. Уменьшил 4 раза. Ну, это так, начало вступления. Вот. Ну вот, пока комментариев нет других, пока еще время терпит. Обрабатывается, говорю, 105 серия. Еще есть возможность какие-то корректировки ввести, какие-то комментарии, если будут, прочитать и ответить. Так, комментарий Константин О. Серия 33. Это Москва-Мурманск. Не туда заехал. Ну, я забил в навигатор охраняемую стоянку, чтобы не на трассе, там шум, и на заправке тоже не очень комфортно. Ну, вот он меня привел в Сегежу. Сегежа, по-моему. Ну, нормальная стоянка, тихо, спокойно. Ну, не асфальтированная. Но если погода сухая, то там вполне нормально, вполне уютно. Комаров, слепней, мух не было. То есть ночь прошла хорошо. Так, Артабод написал: я обязательно дождусь. Просто я никогда не видел трассу Лена и Колыма. Также не видел трассу, не помню, как называется, Красноярск, Бакан, Кызыл. По-моему, вот в Архангельск, по-моему, у меня есть это видео в Архангельск. Ну, надо его искать, я уж сам не помню, в каком видео он находится. Так, Артабот пишет также: хотите, я скажу город, в котором вы, возможно, не были. Даже два таких города России. Да я нигде практически не был. 99%, наверное, городов в России, где я не был. Да, вот так вот. Серебряных и 20 золотых наград, пока не
Москвы, понедельник, 79 копеек, Владимир, 7,6 копеек. По данным ЖКХ, в Санкт-Петербурге сегодня местами небольшие дожди, плюс 16-18 градусов, в Москве без осадков и 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 63%. Коллеги,
наши коллеги, которые из немецких государственных СМИ, а это только одна контора, государственные СМИ, все же у них общественные или частные, а государственная только одна контора, которая занимается, в принципе, созданием негативного образа мышления, закрепления негативного образа мышления и в своих негативных образах мышления не отказывать себе ни в чем, но при этом остается чистенько такой юридический. Вот эта вот юридическая чистота, но мы тут ни при чем. А на самом деле постоянно льются помои из этих уст. Так вот у меня вопрос к вам, дорогие коллеги из Deutsche Welle. А что так слабо освещаете события вчерашнего дня в Германии? Не, ну я знаю, как вы любите освещать видео, выставлять, какие у вас душераздирающие и фото, и видео, как у вас душераздирающие комментаторы, правозащитники говорят о том, что все пропало, шеф, все пропало, шеф. И такая патологическая тишина, прям пастельные краски, знаете, даже не черно-белая, а серая-серая, то есть два оттенка серого всего лишь навсего. Когда они рассказывают о том, что происходило, при том, что мы элементарно заходим в интернет, пишем QR-дентер, это и есть основные участники демонстрации, поперечно мыслящие люди, сейчас в последнее время почему-то их стали называть инако мыслящие, по-другому мыслящие, они у них слово поперечное, слово «пер» — это поперечное. Поперечно мыслящие — это значит, мне даже нравится это понятие, потому что это значит, что мыслят не в том же направлении, а вперед. И полиция, уже наловчившись, то есть в прошлый раз, когда даже вплоть до того, что представитель ООН по пыткам сказал, что то, что вытворяла полиция в Берлине, это нужно расследовать, и возникла тишина. Ну, расследуйте тишину. Но народ не забывает. Ну и в этот раз ситуация какова? Да все очень просто. Годовщина штурма Бундестага. Рейхстаг. Напоминаю, как это было. Значит, поперечные мыслящие, как всегда, вызывая большую осторожность, большую подготовку со стороны силовиков, со стороны спецслужб, смогли обойти определенное количество человека. И полиция еще если ты хочешь попасть на дешевую демонстрацию, то кратчайший путь для точки А в точку Б — это отрезок прямой линии. Так вот, хитро придумал, кратчайший путь для полиции блокирует, что ты должен идти по кругу, по спирали. Вход один, потом на следующем этапе будет вход в другой, совсем другом месте. И пока ты дойдешь к центру города, ты должен намотать километров 6-7, иногда 8, где ты первый раз подошел. Соответственно, попытаться добраться из общественного транспорта нереально, станции метро, станции наземки перекрыты в этом контексте. То есть невозможно попасть в центр города, если квартал очень хорошо охраняется. Рейсный квартал — это не значит, что там здание правительства. Рейсный квартал — это дорогие большие правительства, потом в основном живут сотрудники, чиновники, то есть это достаточно обширный регион. И в этот раз полиция учла, что возможно выходные нашли представителей пыткам. И приняла определенные вещи. Количество видео, в которых есть опять душераздирающие сцены, курсирует по интернету даты вчерашней. И удивительно, вот листая все немецкие СМИ, я взял топ-10 СМИ, я их пролистал на их официальных страницах, я их посмотрел на Твиттере, ну то есть на Фейсбуке, на интернет-площадках. И что, совсем ничего? Вот потрясающе! Ну, вот находят одного какого-то вшивого, паршивого, понимаете, изобразителя жертвенности, когда, вот я помню, это на площади Пушкина, ну, в любом случае, там метро Пушкина, как стояли журналисты, как показывали это все, как эти курсировали кадры, как обеспокоены были западные либералы, я хочу сказать, просто либералы, как были обеспокоены нарушение прав человека во времена ковида, во времена, когда социальную дистанцию надо, когда параллельно рассказывали и лили грязь на том, что все пропало, шеф бездарного в России борется с ковидом, и такое было. И вот сейчас я вижу, насколько это вот два тона
серых, серенький, серенький, и серенький чуть-чуть, менее серенький. Все. Два тона, видео душераздирающих нету. Атаку на свободу, на защиту, на поддержку нет. Вообще, что демонстрации, которые были в основном, были запрещены. То есть, был там рукав. После чего было резкое обращение на Константинова и Гордановицу. Из четырех разрешили клуба одно, параллельно разрешили одно собрание, параллельно разрешили собрание в «Чудо любви», там, где техномузыка, можно объяснить, не объяснять даже, что это такое, да? «Все для любви» и техномузыка, чтобы людей смотивировать, что закончился ковидный этот... Там аж 4 тысячи. Им разрешили, при том, что как долгожитель определенных событий, я могу сказать, что каждый раз, когда техномузыка и все для любви, в принципе, вам противогазов. А вот у меня сейчас отбитый. У меня нет никакого после ковида, я переболел, ничего не вернулся. У меня мир отрицательных запахов, я слышу. Только отрицательные запахи идут редко. В основном я не слышу, хотя вкус есть. Поэтому я не слышу, но я знаю, что вот эти вот техномузыки, все для любви, там, в принципе, если пройтись, потом пойти сдавать свою собственную экспертизу, пока что мы употребляли легкие наркотики. Там, не знаю, там половина, добрая половина, одна треть, но там всегда даже не стесняются. И полиция это толерирует. Понимаете, потому что они представляют опасность. Они находятся на 59-м километре Новосибирска. Ориентир, как вы сравните, работа достаточно без перерыва. Возможно, без наличных расчетов. Страшно, а полиция
светлое время суток. И это новая тактика полиции. Что если полиция так приведет в какой-то момент, она начнет вас блокировать и оттеснять, потому что вы идете в том направлении, в котором запретили провести демонстрацию. При этом запрещение демонстрации связано с тем, что потенциальная угроза в том, что на этой демонстрации будут соблюдать нормативы эпидемиологического самого расстояния, ношения масок и всех этих самых эпидемиологических. На видео все координаты отражаются, и нужно на проблемности глаза. Это место отыскать. Забили навигатор и вперед. Потому что искать на месте ночью. Если еще осадки идут, проблематично. Конституцию,
Да, значит, в будущем году, добрый день. Радио это все слабее, слабее. То есть радио FM, который бы сопровождал весь наш Россия.
чувствуется приближение осени. Нет такой яркости зелени. Уже чуть потускнело. Листва. Впереди камера 60. Еще несколько дней и...
лес пока полностью зеленый, ярко-выбеленных желтых деревьев нет.
социальной защиты Российской Федерации. Подробнее на rusafetyweek.com. 6+. 19 сентября 2021 года Россия выбирает депутатов Государственной Думы. В голосовании примут участие граждане России, достигшие 18-летнего возраста. Чтобы не допустить рисков распространения коронавирусной инфекции, голосование будет проводиться 3 дня – 17, 18 и 19 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Выбираем вместе. Радио 54. Первое областное радио. Рекламная служба в Новосибирске. Телефон 362 07 аудиомузыку в салоне автомобиля, то при размещении YouTube выносит предупреждение. Собирается пойти на обгон, а эти уже тут как тут. Ну, здесь деревья уже выражают свою готовность к осени.